12 октября в выставочном зале Историко-краеведческого музея прошло мероприятие, посвященное Дню призывника. В этом году оно состоялось особенно торжественно. Специально к этому дню в зале была организована фотовыставка «Жить с вами рядом есть большая честь». Она посвящена всем, кто в разное время защищал Родину. Автор экспозиции Валентина Рожкова. Напутствовать будущих солдат пришли представители 4 поколений защитников. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войны в Афганистане, участники боевых действий на Кавказе, ветераны Вооруженных сил России и офицеры запаса. А также солдаты срочной и контрактной службы. Первым напутствовал призывников депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Защищать отчизну, защищать свою родину – это почетный гражданский святой долг. Со словами благодарности к ветеранам обратился исполняющий обязанности главы администрации Александр Новиков. Теплые слова, напутственные слова. Ребят, вы видите, сегодня перед вами сидят ветераны Великой Отечественной войны, которые не то что исполняли долг, а исполняли подвиг. И мы сегодня с вами живем в стране, в которой нет войны, в чистом ясном небе. Поэтому желаю вам также достойно нести службу, помнить про свою родину, помнить про свою страну, помнить про свой город. В этот вечер почетные гости мероприятия получили благодарственные письма от главы администрации, а самые активные участники общественной и культурной жизни нашего города получили благодарности от Комитета по культуре. Много добрых слов напутствия и поддержки звучало в адрес будущих защитников Отечества от представителей старшего поколения.